Приветствую. Еще раз хочу повторить, что нельзя всегда быть в перекосе, либо делать только то, что вы хотите, либо то, что только должны. Или жить только для кого-то всегда. Вы должны в первую очередь слушать свое сердце, свою душу, то, что вы хотите сами. Находиться в моменте здесь и сейчас. Вы постоянно в мыслях, пусть даже не вслух, обсуждаете других людей. То есть вы живете и направляете энергию на них. А вы должны, как правильно, направлять все свое внимание на себя, на свой внутренний мир, меняться самим. Так ваш вот этот сгусток мощной энергии поможет вам в реализации любых вообще дел. Тогда вы будете счастливы. Вы будете счастливы только тогда, когда придете к себе, к своему ребенку, то есть с помощью медитации, той же самой випассаны, там, с помощью практик своих даже личных, которые вы сами придумаете, вы вернетесь к состоянию мышления, когда вы были даже в утробе матери или маленьким ребенком. Мышление не в том смысле, конечно, мы приобретаем потом знания, но на эти знания наплетаются догмы, парадигмы, все социальные программы. Вот именно, у меня даже сейчас мурашки, ваша программа, когда вы родились, вам было уже все дано изначально. Вам нужно только сейчас, получается, как шелуху от себя обтесать, как вот...